написал четверости, Андрей Потаракин написал четверостишие, затем ответил Станислав Пак, это стало у нас припевом стихи Станислава Пака, потом Наташа Каштанова ответила на это же четверостишие, после этого ответил Илья Бестужев, которого сейчас здесь нет, и Татьяна Гордиенко. Мы сложили это все в кучку, и у нас получилась песня «Любовь. Цепная реакция». А это могучая куча. Братья в этом смысле по крови, и лимонад не пьем и вместо. Любовь бескрайняя река, без глубины отдохновенье, не тень каждое мгновенье, то любит счастлив на века. Многообразие любви, по силе чувств, по времени, по месту. Мы, братья, в этом смысле по крови, и лимонад не пьем и вместо. Другое дело страсти и боль, как и болезнь, бывает разной, трагичной и подчас заразной, но видят в ней лишь жизнь и соль. Многообразие любви, по силе чувств, по времени, по месту. Мы, братья, в этом смысле по крови, и лимонад не пьем и веса. Братья,